Подписчики, скажите, про чего мне еще снимать, я вообще не знаю. Я честно вообще не знаю, там про чего снимать и все такое. И все такое, бла-бла-бла, там как видеоролики, там в компьютере, там кастом нихт. И еще как-то как в Лимон Бокс, там в Брау Старс и все такое. И вот я не знаю, что снимать еще. Подождите. Я же интернет включил. Все появляется. Где тут я? Давай, показывай меня. Вот я. Где написано «Я не КТГ». Вот я. Давайте я чуть-чуть я сниму про Лимон Бокс. Сейчас мне 8 утра. Я весь усталый, конечно. Надо видосики снимать. Подарочек от Вэнди. Ой, мне телефон упал. Чуть-чуть треснулся, но ничего страшного. Не знаю, давайте тут подкопим чуть-чуть гемчиков, я хочу их тоже 1 000 000 добить. Еще билетов у меня много, я могу потратить на мини-игры. Это классно. На мини-игры. О! Мне чуть-чуть подкопить. Похер. Давайте. Поднимем. Сколько-то. Все. Опять у меня зависла игра. Кошка, привет. Опять лива, не знаю. Да я всегда, когда рано просыпаюсь, я всегда зеваю и все такое. Сегодня я в парикмахерскую пойду. Не знаю, как я там пострижусь. Может, нормально постригу там и что-то такое. Но я еще не подкопил. Вот чуть-чуть. Вот малесенько. Нет, не нравится. А хотя она мне нравится, но она мне не нравится. Я просто выключил свет. И так красиво выглядит вот этот сундук. Ой. Не знаю, не нравится какая. Я должен обогнать того чувака. Пишите в комментариях, что мне снимать. А я пошел апаться. Пока.